которые в Германии, что отличает их от дворов в других странах. Казалось бы, ничего, но есть продуманность, осмысленность в этих дворах. Есть частные большие дворы, которые огорожены и в которых нет доступа для других людей. Их очень мало, крайне мало. А есть дворы, вот как этот, где доступ есть любому человеку. И в этих дворах есть отдельно места для автомобилей, есть отдельно места, не пересекающиеся, где играются дети. Это может быть вот такая песочница, скамейки. Это может быть вот так накрытые, чтобы была тень, площадка. Это может быть спортивные вот такие тренажеры, ходуны, волейбольная площадка, качели разного типа, батут, детские турники. Здесь в данном случае еще и вода льется, песочницы. Вот такие дворы, очень приятные, в которых молодежь, да и не только молодежь, встречается и проводит время, как по вечерам, так и в свободное время днем.